Геннад Салавей первый год на посаде старшини Гомельского облвыканкама. Яким гэты период стал для керовника региона и в области у целым? У понеделок у эфира телеканала «Беларусь-4 Гомель» диалог с губернатором об выпробовании пандемией, подтримце бизнесу, выниках полгодия и планы на будущее. Початок 2020 года, як выпробование на тривалость и выники полгодия показали, мы выстояли. Показчики у экономицы не проваленные ни по одним из накірунков. Усе запланаваныя да адкрыцця аб'екты з'явіліся ў тэрмін. Будуецца жыллё, школы і дзіцячыя сады. За кошт стварэння новых вытворчасцяў працоўныя месцы атрымалі больш як 1500 чалавек, а ўзровень заработнай платы паказаў прырост амаль 15%. Хоць, вядома, галоўная ўвага, сілы і сродкі ў гэтыя месяцы былі накіраваныя на медыцыну. Таму што здароўе і захаванне жыцця ў людзей галоўнае, але і дробных праблем не бывае. Геннад Салавей упэўнены, менавіта звароты людзей – індыкатар працы ўлады на месцах. Без увагі не застаюцца ні стандартныя пытанні, дарогі, камунальныя праблемы, межы ўчасткаў, ні тым больш карысныя ініцыятывы. Галоўная мэта бліжэйшага часу – у тэрмін і без страт убраць ураджай і гарантаваць харчовую бяспеку. А ў больш доўгатэрміновай перспектыве – рэалізацыя маштабных задач. Мы выделили у каждого региона бюджет развития, чтобы он мог снять ту или иную проблему. Конечно, основное перспективное направление для города Гомеля – это, в первую очередь, восточный обход. Его все обсуждают, не первый год. Начато было строительство, и президент нас поддержал. Сказал, что поддержка будет обеспечена. Для чего нам нужен восточный обход? Мы, конечно, разгрузим центр города, потому что транспортное сообщение практически проходит через него. И, конечно, перспективное направление строительства жилья. В микрорайоне Оберовске планируется до 5 миллионов квадратных метров жилья построить. Это развитие региона. Понятно, что нужна инфраструктура. Там в основном будет делать упор на электроотопление, потому что меньше затратится на сети. Но, конечно, понимаем, что это дополнительно повлечет расходы и на строительство детских дошкольных учреждений. Часто вот то, что мы завершаем школу в 21-м микрорайоне, а у нас есть проблемы в 96-м, 104-м. И вопрос, который сегодня самый главный, это мы встретимся с школой. В микрорайоне Хутор мы занимаемся разработкой ПСД и проектно-сметной документации. И, конечно, в следующем году начнем реализовать этот проект. Особистым контролем губернатора будаўніцтва и реконструкция сельскохозяйственных объектов и дорог, добраупорядкования городов и вёсак, обсталявання районных больниц. И, вядома, пытанні, якія поступили от гледачоў нашего телеканала подчас специально организованной прямой линии. Глядите диалог с удзелом Геннадия Салавя у понеделок 3 жніўня у 19 годин на Беларусь 4 Гомель.